Добрый день. Добрый день. Я начал запись. Так, я начал запись. Вначале у нас пойдет тестирование, а потом по списку люди будут докладываться. Список сейчас я внесу. Так, заметки я внес. Так, ждем, когда подсоединятся люди. Я пока гашу микрофон свой.
Пожалуйста, логиньтесь под логинами университета, а не произвольно названными Наташа и так далее.
Ксения, вы готовы сдавать? Я хотела спросить, если меня баллы устраивают, мне можно не сдавать лабораторный сейчас? Если вам не нужны дополнительные баллы, конечно, можно не сдавать. Все, спасибо большое, я просто ваш личный выбор. Да, все, спасибо большое. До свидания. До свидания. Кто-то уже готов сдавать, кто-то завершил и готов сдавать. Так, что мне пишут? Ничего себе. А где ты меня увидел?
Да, давайте, давайте сдавать. Давайте, давайте сдавать. Кто будет сдавать? Давайте я, Кравец Денис. А, правда, мне полбалла всего, если честно. Ага. Ну, давайте хотя бы на один балл. Лучше давай. На два. Да, да. Мне, мне как-то все равно, давайте. С какой лабораторной? Ну, а, какой? Надо экран показать, я вспомнил. Угу. А, Кравец, Кравец. Так, видно что-нибудь? Сейчас. Да. Два. Так, 13-я или какая-то лабораторная? Давайте. А вы можете открыть сам последнюю, и, чтобы не открывать по порядку, и рассказывать все по ним. Хорошо, сейчас, секундочку. Не знаете, почему ЦИСКа периодически требует меня залогиниться? Какая ЦИСКа? А, так я не знаю, у вас должно сохраняться логин. В домашнем каталоге должен сохраняться логин. Он у меня сохранялся, а потом в какой-то момент он завтра перестал это делать. А вот я затрудняюсь сказать. У вас Windows. Ну, с Windows все что угодно может быть, правильно? Ну да. Так, 16-я лабораторная. Давайте. И по вопросам. Значит, кто ответил, тот отсоединяется, пожалуйста, чтобы не создавать толчии. Так, слушаю. Что у нас с воланами? Какие воланы у нас у провайдера и у интернета? Воланы у нас, по-моему, сейчас я вспомню. Вы же готовились, вы должны сразу сказать. Ну, вообще, я к ответу на вопросы не готовился. А к какому готовились? Давайте тот, к которому вы готовились. Да я так просто пришел. А вы ни к какому не готовились, вы решили в лоб. Ну? Сейчас я скажу. Момент, момент. Меньше 10 цифр. Так, где? Почему так сложно? Потому что Windows, поэтому так сложно все. Да нет, это Диа просто. Так, ну, четвертый. Где четвертый? Четвертый влан. У провайдера. Хорошо. Еще какие? Так, ну, пятый влан у квартала 42, шестой влан у Сочи. Еще что у провайдера есть? А в интернете какие вланы? Хороший вопрос. Все в лабе было написано. И как они соотносятся, главное? Как вот нам определить по нашим воланам воланы у провайдера или наоборот, по воланам провайдера наши воланы? Можно пояснить вопрос, если всем понял. Ну, там вопрос написано. Как соотносятся воланы провайдера и наши воланы? Ладно, давайте я вам один балл ставлю за это. Вы путаетесь. И вам больше ничего не надо в этой жизни, да? Ну, если я все правильно арифметически посчитал, то да. А если ошиблись? Это будет грустно. Ну, тогда отключайтесь. Ну ладно, хорошо, спасибо. День следующий отвечает Абу Махти Амир. Абу как раз тут есть, давайте мы слушаем вас. Абу подключается, нет? Или он заснул?
переходим. Следующий. Алам Файсал. Здравствуйте. А пока Абу не подключается, можно я тоже защищу? Мне всего тоже 2 балла нужно. Если вдруг ждёте Абу, то я написал же вроде, что я не подключусь. Вот мое сообщение, что у меня баллы устраивают. Ну тогда отключитесь и не мешайте людям. Все, конечно. Всего доброго. Так, я могу? Защищать. Ну, Ольга, давайте, как иностранцу мы вам предоставляем право защититься без очереди, да. Спасибо большое. Так. Поделиться. Видно экран? Так, go. Да, вот есть. Можно я начну с 16-й лабораторной работы? Хорошо, да, давайте, показать, да. Показать доступность из всех. Ну, вот, например, начнем с Донской. Так, я... пингую. 10-131-0-200, это который в Пизе. Лучше трейсом. Так, лучше трейс. Сейчас, секунду, я вспомню, как это делать. Трейс РТ. Трейс... Так, трейс РТ. Нет, не-не-не-не-не. Там С. А, все-все-все, да, все-таки я правильно начинала писать. Да. Трейс РТ, 10-131-0-200. 200. Вот, прошло, да. И путь так. Задним сразу видно, да. Да, хорошо. Я сейчас копирую сразу, чтобы... Да. Ну, например, можно с Павловской попробовать. Павловской? Может, вы из Австралии? Они так говорят. Да. Павлов. А как правильно? Ну, от слова Павел, наверное, Павловская. А, Павловская, да. Наверное. Так, здесь хорошо. Все проходит. Ну и, в принципе, можно откуда угодно попробовать. Ну, давайте. А из Сочи давайте. Из Сочи. Сочи это вот это. Компьютер. Грунт. Так. Все пингуется. Я вам 2 балла ставлю. Все, хорошо, спасибо большое. Если вы довольны, отключайтесь, пожалуйста. Ну, это вроде все нормально. Все, хорошо, спасибо, до свидания. До свидания. На букву А никого нету больше, да? Ван Шидзе, вы как раз тут есть. Давайте мы вас заслушаем. А на букву А я здесь есть еще. Если меня слышно, конечно, я не знаю. Ага, Ван Шидзе сказал, что не будет. А на букву А кто тут у нас? Аскеров Руслан. А, давайте, подключайтесь. Вас слышно, но я вас не вижу пока еще, да. Подключайтесь. Угу. У меня почему-то написано, только организаторы собраний и выступающие могут провести демонстрацию. Я да. Не могу запустить ее. А вы, значит, зашли не под логином своим? Я написал Риаскеров. Это логин университетский? Да, ну, как я в ДК логинюсь. Нет, как вы почту университетскую читаете и как входите на e-system, на TUIS? Пожалуйста, войдите под тем логином. Угу.
Так, Ван Шидзе, если вы не будете отвечать, вы, пожалуйста, отключитесь, чтобы не занимать место. Так, Вунь Ятнам, давайте пока попробуем. Да, я здесь. Давайте, давайте, да, послушаем вас. Вам много баллов не хватает? У меня еще осталось 4 балла до пятерки. Вы пятерку хотите? Да. Хорошо. Так, 60 я... Это вы видите? Нет, вас не видно. А сейчас вы видите? Так вот, на вас переключаемся. Так вот, все, да. Вас видно. Стол рабочий видно. Значит, вы начинаете с какой лабораторной? Это лабораторная 13. Давайте, слушаю вас, ваш ответ. Вопросы увидели, сразу ответ давайте. Да, у меня VLAN провайдер это номер 4. Да, и VLAN интернет это 3, это сервер интернет. Нет, не. Ладно. Как они соотносятся друг с другом? Ну, в общем, вы все неправильно ответили. Я даже не знаю. Ну, поставлю вам 1 балл, потому что вы пытались ответить. Давайте 14-й. 14-й. Так, я фигу могу. Вы можете открыть самую последнюю и с ней работать, чтобы не переключаться. Ну ладно, давайте. Показывайте, да. Это чего ты? Так, что у нас, да, что у нас в сочинском изменится в маршрутизаторе? Вы не подготовились, да. Хорошо. Да, что да. У нас изменится в маршрутизаторе Сочи? Какие настройки? Объясните. Так. Маршрутизаторе? Где маршрутизатор? Вот это, да. Не знаю. Откуда я знаю? Я вас спрашиваю. А получается, что вы меня хотите спрашивать? Я смотри. Какие это... настройки меняются? Настройки два слова. Что меняется в настройках? Настройка это NM. Значит, вы не знаете. Давайте следующее. Не знаете, да. Времени нету, чтобы заниматься. Ну, давайте я последний лап VPN. Давайте, лап. Давайте, открывайте. 15-я лабораторная работа, пожалуйста, нам покажите. Ну, 16-ю открывайте и прямо на ней показывайте. Покажите нам, что отказоустойчивый маршрут будет. Ну, хотя бы вот с Сочи. Подключите Сочи еще раз и... Я доступ, да. Проверить доступ? Да, проверить доступность. Нет, сначала вам еще дополнительный линк сделать надо, а потом проверить доступность. Дополнительный линк как сделать? Надо было подготовиться уже, сделать дополнительный линк. Значит так, я вижу, что вы не подготовились. 16-е. Да. 16-е. Покажите, что сеть PISA доступна и трейсам, чтобы мы увидели маршруты, по которым пошло. Давайте, покажите, что сеть PISA доступна. Да, это доступно для территории. Покажите, докажите нам, что она доступна. Если нет.
Докажите нам, что сеть PISA доступна. А, вот, сейчас как вы будете доказывать? Я, короче, OSTP neighbor show. Нет, что, это локальный конфиг. Нам не нужен локальный конфиг. Нам нужно увидеть, что мы можем из сети Донская попасть в сеть PISA и обратно. Как это мы сделаем? Ну, я не могу. Так, все, готово. 0 баллов. Да. Итого у вас 1 балл за 13-ю, за остальные 0. Вы не подготовились. Да. Все, отключайтесь, хорошо. Пожалуйста. Отключайтесь, пожалуйста. Значит, Аскеров появился. Поехали, да, Аскеров. Да, так, показываю вот экран. Видно? Да, куда? Давайте. Я хотел бы защитить 13-ю и 16-ю. Можно сначала с 16-ю начну? Давайте, да. Вот, то есть нам нужно пропинговать PISA. Соответственно, вот наш IP-адрес устройства компьютера. Скопировали его. И вот это уже дело. Трейсом, просто... пожалуйста, да. Трейсом, да. Чтобы мы увидели. И хорошо бы, если вы показали, как ходят пакеты еще. Давай. Давайте запускать. А как пакеты ходят, как вы покажете? Ну, просто покажите. А, мне бы доступ к кнопке получить. Ну, вот, так все. Утащите и все. Да. Так, до PISA тоже показать, как ходят? Ну, просто покажите, что до PISA, да. Ну, быстро вот это. Покажите, ну да. Отсюда до сюда. Вот создался зелененький пакетик. Он в очереди пока. Значит, что. Значит, в чем вся фишка? Что он идет через что? А я не смотрел через что, сейчас посмотрим. Очень хорошо. Что нам дает возможность пропускать до PISA? Вот он просто идет? Ну, так, что-то все повисло, секундочку, меня выкинуло. Сейчас перезапущу. Ой, у меня, наверное, VPN-настройки слетели сейчас. Да, значит, VPN-настройки слетели. Он сейчас не будет пинговаться. Как они слетели? А они почему-то всегда слетают. Я вчера еще заметил, когда после того, как закрыл эту лабораторную, вот смотрите, если я сейчас попробую пропинговать. Сейчас я вот покажу. Если я попробую пропинговать еще раз, он напишет, что host unreachable. И это фиксится только тем, что заново переделывает VPN-часть из 16-й лабораторки. Вот сейчас он покажет, мол, host unreachable, когда все поднимется здесь. Не знаю, почему у вас такие проблемы. Ладно, давайте 1 балл я поставлю вам за это, за 16-е. Хорошо. Давайте, что у нас 13-е, 14-е? 13-е, ну, 14-е я по вопросу, я посмотрел, я не знаю, как ответить на него. 13-е, давайте, 13-е. 13-е просто расскажите нам. Тут нам смотреть не надо, мы в голове имеем план. 13 у нас там, что у нас там? Ну, раз вы готовы отвечать, вы, значит знали вопрос. Номера в LAN. Вот, номера в LAN. Соответственно, у нас у провайдера 4-й LAN, ну, и поэтому LAN у нас соединяется с Донской. Также есть 6-й LAN, это у нас на Сочи LAN идет. Есть нет, у вас все каша в голове, 1 балл. Хорошо? Да. Другие будете отвечать, нет? Думаю, нет. Тогда отключайтесь, пожалуйста. Угу. Так. Значит, кто у нас следующий на букву А? Никого нету, на букву Б никого нету. На букву В, Г, Д. На Д у нас Де Мария и Дикусар. Дикусар, Де Мария. Де Мария, давайте. Де Мария. Есть у нас? Отвечает у нас Де Мария, нет? Дикусар, давайте.
Здравствуйте. Okay. Здравствуйте, да. Я здесь. Да. Давайте, Дикусар, отвечайте. Сейчас, секундочку. Я только зашел. Я сдаю 13, 14, 15, 16. Хорошо. Сейчас. Так, секундочку. Пожалуйста. Секундочку. Так, я открыл, я готов. Да, пока вы еще не появилась, ждем. Так, у меня не появилось ничего тут? Нет, пока еще не появились. Прямо сейчас... Так, а почему-то у меня демонстрация экрана не работает. Не знаю. По какой-то причине. Написано, что вы выступающий, что вы все это можете делать. А, написано, только организаторы собрания выступающие могут провести. У меня тоже ну, невозможно. Вы выступающий. Вот, просто пишут, не только организаторы собрания и выступающие могут провести демонстрацию. Так. Так, видно что-нибудь? Ну вот видите, у вас все работает. А, все получилось. Это что-то у вас какой-то глюк был. Ага. Так, давайте, какие лабораторные? 13, 14, 15, 16. Да, ну, давайте, открою сразу поехали. 16. Хорошо, потому... очень хорошо. Итак, слушаю, взаимосвязь. Валанов. Так, еще раз можно вопрос? А вопрос-то написан. Вы же его должны были прочесть. Алло. Я просто вопрос не понял. Какой вопрос надо было отвечать? Вопрос. Покажите, пожалуйста, доступность сети ПИЗа и всех сегментов сети. Донская, Павловская, 42-й случай. Так. С помощью трейсрута, пожалуйста.
Я не понимаю ваших действий. Вы думаете, что делать, или просто не знаете, что делать? А можно время на подготовку еще немного? Ну, нет, было достаточно время, сейчас ваша очередь. Нет, так мы ставим вам нули и все. Проезжаем дальше. Нет, не можете, да? Ну хорошо, ставим нули по всем лабораторным и тогда отключайтесь. Нет, можно я сейчас... Прямо сейчас, давайте. Немного. Нет, не надо готовиться немного. Все. Можете хоть что-то сказать? Хоть по одной из этих четырех хоть что-то сказать? Кратко. Давайте вот по 14-й. Там думать не надо. Там раз, два и сказали. Вопрос 14-й посмотрели и ответили, да? Кирилл. Алло, алло, ответьте. Да, 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 я тут. Да, я тут. 14-й посмотрели вопрос? Отвечайте. Там по настройки маршрутизатора как изменится? Так, настройки маршрутизатора. А почему вы все в зеркальной проекции сделали? Вам так больше нравится? По заданию. Ну, на схеме, скажем, Пиза находится слева, а что-то там справа. А у вас все смешанное. Сочи куда-то уехала. В общем, вы как-то свое построили. Итак, давайте Сочи поменяем. Что в маршрутизации в Сочи изменится? Ну, а если поменяем Сочи, то... Не поменяем. Ну, значит, там маршрутизатор какой? Свойство маршрутизатора в Сочи. Как называется он? И почему выбран такой? Как в работе называется тип маршрутизатора, который в Сочи? Так, Кирилл, все, мы закончили. Следующий у нас после Кирилла. Энгетели. Энгетели, вы здесь? Давайте. Алло, алло. Алло, Энгетели, вы будете отвечать? Погромче сделайте свой микрофон, а то вы говорите, как будто из... Я сейчас вам покажу этот лабораторный вот на экране. Давайте, покажите нам. Покажите. Ну? Да, я знаю, я не знаю, у меня не показывает, а вот тут. Почему? Я не знаю, у меня... Не понимаю. У меня не показывается это здесь, я через компьютер, я не знаю, почему это. Индивидуал.
в принципе, да, мы наполняем свои силы, и то нужно только, может быть, кто-нибудь будет, это свои боли создают. Энгетели? Да, да. А тут Мелисса Дибула подключилась. Это вы? Нет, это не я. Ну, пожалуйста, попросим Мелиссу отключиться. Мелисса, отключитесь, пожалуйста. Давайте. Энгеле. Энгетели жель бою. Вы будете, нет? Да, буду. Ну, так покажите нам что-нибудь. Я не знаю, у меня этот не показывается через компьютер здесь. Я хочу вам показать это, то, что у меня есть, но я не знаю, почему не получается. Можешь потом, через минут 5? Ну, давайте после следующего, да? Давайте. Хорошо. Следующий у нас на К. Дикусар, отключитесь, пожалуйста, чтобы не занимать место. Кириченко есть? Иван Андреевич? Да. Давайте. Так, сейчас. Так, где тут нажимать показ экрана? Документация на сайте. Иван Андреевич, в середине там такая стрелочка. Так, так. Видно же? Да, же видно. Ну, у меня вообще скорее 14, 15, 16, мне 2 балла нужно. Так у меня VPN не работает. Ну, значит, VPN не работает, как можно показать? Значит, давайте, какую вы нам... А начнете с 14-й, 13-й не будете, да? Ну, да. Я не особо уверен, что что-то получится рассказать. Давайте 14-й. Ну, там 13-й исключительно на понимание. Как вы понимаете все это? Да, 14-й давайте нам покажите, что изменится с маршрутизатором. Изменится с маршрутизатором в Сочи. В двух словах буквально. Там изменится то-то и то-то. Я даже не прошу вас поменять конфигурацию. Просто расскажите, что изменится. Можете ткнуть пальцем в место конфигурации, где будет изменение. Ну? Значит, давайте дальше. Следующее. 0. 15-е. Пробовали вы, чтобы там нам нужно показать, что маршрут будет отказоустойчивый. Вам нужно было подготовить дополнительный линк и показать, что все работает. Дополнительный линк вы подготовили, нет? Нет. Ну и хотя бы скажите, хотя бы на бал давайте, вы расскажите, что вы сделаете и что произойдет. Что вы будете делать и что потом произойдет? Добавлю соединение. Так, покажите, включу. Как, куда, что вы, как будете добавлять соединение. Что вы для этого сделаете? Куда вы добавите? Между чем и чем? Ну вот... к провайдеру еще одно, к
Что еще одно? Уберем Сочи, добавим там еще какой-нибудь город. Нет, нам именно к Сочи нужно подключить еще один линк. Дополнительный линк, скажем, идущий через разные города. На всех маршрутизаторах добавим SPF. Ну, он разве не добавлен у нас? Ну, какая зона у нас в каждом городе у SPF? Зона, которая до повторителя. Зона. У SPF есть зона. Ария. Область. Какая область у нас во всех городах? Или разные области, в каком городе какая? Давайте 0 получаем, 16. Покажите нам, как VPN работает. Он, видимо, не работает. А он не работает. Это очень интересно. А, какая жалость. А вот нам показывала Ольга Герт, у нее чудесно работало. Я еще не успел тут разобраться. Хорошо, 0 баллов, спасибо. Отключайтесь, пожалуйста. Так. Коршунов Андрей Сергеевич. Давайте попробуем. Можно не пробовать? Вы не будете, да? Тогда отключайтесь, пожалуйста, чтобы не занимать место. Значит, Энгеле, давайте. Вернулись к вам. Вы все сделали, вы все разобрались. Энгетеле, вы будете отвечать? Энгетеле. Так, Энгетеле отвечать не будет. Так, кто у нас? Данодина у нас пришла. Давайте мы к ней вернемся. Давайте, Данодина Валерия Андреевна. Да. В общем, Дмитрий Сергеевич, а можно ответить 13-ю? Какую угодно, ответьте. Там, в общем, сейчас, секундочку, вопрос. Вопрос там простой, там даже и думать не надо. Раз, два, и все. Ну, там, получается, LAN у интернет 3-й, а у провайдер 4-й подключается маршрутизатор. Нет. А как соотносятся они? Ну, напрямую через медиаконвертер. Как соотносятся эти вланы? Как можно по вланам нашим узнать, какие вланы у провайдера, или по вланам провайдера узнать, какие вланы у нас? Можно еще раз, пожалуйста, простите? Предположим, вы знаете, какие вланы у провайдера. Как мы узнаем, какие вланы должны делать мы? Или мы знаем, какие вланы у нас? Какие вланы должны быть у провайдера? Ну, знаете, это прямая отправная задача. Вы же математик? Не, в информатике. Ну, в общем, нет, каши у вас в голове, ничего вы не знаете. Я поставлю 1 балл, то, что вы попытались. Простите, а Анна Владиславовна здесь? Она здесь, она видит вас. Простите, Анна Владиславовна, у меня за 13-ю и 14-ю лабораторную, я онлайн защищала вам, живую очно, у меня не проставлено, простите, но я вот вместе с девочками там защищали, нельзя будет потом проставить, пожалуйста? Честно говоря, я не помню, чтобы именно вы защищали 13-ю. Я защищала, помните, и я вам еще показывала 11-й лабе, 13-й, короче, я показывала, вживую проходили же. Так. Нет? Значит, я помню, что защищала Сахиулина и Масалову, по-моему. Поняла, спасибо.
вот я их все время путаю, две фамилии. Ага. Но, Валерия, я не помню, чтобы вы защищали. Ага. Хорошо, поэтому, спасибо. Пожалуйста, вы можете сейчас ответить на вопросы, которые заданы всем, и получить свои баллы. Ну, поняла. Так, ну, ладно. Валерия, будем тебя отвечать на другие? Наверное, нет, потому что я не знаю. Тогда отключайтесь, пожалуйста. Спасибо. Так, Энгетели, если вы не хотите отвечать, то мы поставим, что вы не будете отвечать, и все. Так, Энгетели не хочет отвечать. Так, кто у нас? Андрей Сергеевич Коршунов, пожалуйста, отключитесь, чтобы не путать нас в очереди. Хорошо. Значит, дальше на букву Л исчезы, на букву М. Давайте. Кто у нас? Макаров? Максим Сергеевич, давайте. Максим Сергеевич, слушаем вас. Да, здравствуйте, меня слышите? Да. Окей, сейчас посмотрю. Скриншер. Да. Так, видите? Ну, пока еще не видим. Пока видим, что вы захватили. Да, вот теперь видим все. Окей, так. У нас сейчас... Ну, давайте с чего начнем. Ну, какой? Вы будете все защищать, да? Ну да, все. Давайте. Так. Слушай вопрос по 13-й. Так, Инмира ВЛАН про сетях провайдера и интернет, как соотносится ВЛАН с сетях провайдера интернет с сети Донская, где осуществляется настройка? Ну, настройка осуществляется, ну, также в провайдере, интернет, тут не важно, провайдер и Москва Донская, по-моему, ВЛАН, если я правильно помню, то это ВЛАН 1, либо 4, тут у меня туннель уже настроен. Ну, вот как-то в математике не может быть либо-либо. Я знаю. Четвертый ВЛАН между Донской и провайдером, между интернетом и провайдером. Давайте посмотрим, какой тут есть. Один. По-моему, один. Давайте к следующему переходим. Нет, нет, нет. Но вы попробовали, я вам один балл поставлю, как будто вы что-то пытались ответить. Так, хорошо. Как изменяется настройка маршрутизатора в Сочи, если будет заменена на двухпортовый маршрутизатор? Какие преимущественные ставки? Здесь, я так понимаю, один порт, и просто если... сделать два порта, а что, собственно, изменится? У нас, собственно, есть Fast Ethernet, в котором есть субинтерфейсы, то есть вот 0.6.0.7. Я думаю, преимущество в том заключается, что не придется... Следующий вопрос. Хорошо. Так. Ну, дополнительный линк между двумя территориями я не создал, но для того, чтобы это сделать, я так понимаю, вы хотите между вот двумя такими территориями, то есть городами. Ну да, например, да. Но между Сочи и Пиза тогда и нужно соответствовать. Москвой нет. Сочи с Пиза у нас никак не связаны. Это вам VPN нужно поднимать. Они по ОСП не связаны. Ну хорошо, может, у нас это не наша зона. Да. Не наш провайдер. Если не по ОСП. Ну это Москва. А что мы можем сказать? Можем сказать интернет и Донская, но... ну, интернет Донская тоже придется поставить два медиа-конвертера между Донской и интернетом. Да, да, дальше, да. А дальше соединяем по прямому кабелю с маршрутизатором. Здесь у нас коммутатор, значит, это, как он называется, я забыл, кроссовер. Потом нужно будет интерфейс... для этого, ну, допустим, мы подсоединили, код сейчас свободен. Тут 24 свободен, здесь... Ну, хорошо, а как будем проверять? В смысле проверять? По IP нам нужно будет поставить раут между, соответственно, хорошо, этой давайте, значит, поскольку вы не сделали, но представляете, один балл вам, давайте 16-ю работу, показывайте с VPN, что все работает.
Так. И хорошо бы трейс-рутом и, может быть, даже показать, как они ходят на симуляции. С VPN у меня даже не проблем не в VPN, у меня стопается прям сразу же на 10.28.6.1. То есть прямо здесь он стопается. Я что-то не знаю, почему у меня нет соединения к этому компьютеру вообще. Я с других компов, например, с Сочи, я могу подсоединиться к этой части, а дальше у меня не проходит. Ну, понятное дело, потому что destination host unreachable и туннелей нет. Да, значит, у вас маршруты не прописаны нормально. Ну, может быть, я что-то забыл, потому что у меня постоянно... Я, наверное, нажал на reset config, не написал это в write memory, такая, может быть. Надо проверять. У вас 16-я лабораторная, установка VPN. VPN да. должен работать. VPN не работает. Я понимаю, VPN работает. Просто маршрутизация покажите. Между... Нет. VPN, он должен соединять и переправлять да, пакеты. Понимаю. Если пакеты у вас не переправляются, значит, у вас не работает. Нет, я имею в виду, что я, по крайней мере, считаю, что я правильно настроил VPN, но если у меня... Ну, значит, по идее, я должен хотя бы дойти до... Должен быть до результат. Результата. Должен быть результат. Результата вы не достигли, показать ничего не можете. Все, спасибо. Спасибо. У вас 13.1, 14.2, 15.1, за 16 ничего поставить не могу, к сожалению. Спасибо. Отключайтесь, пожалуйста, чтобы не занимать место. Так, кто у нас тут есть? Так, Ингители, последний раз вам возможность подсоединиться. Если нет, то тогда мы прекращаем с вами. Хорошо, мы с вами прекращаем. Значит, Меджали... Маджали, давайте слушаем. Маджали, вы слышите нас, нет? Маджали. Так, вы нас слышали. Давайте, показывайте. Я пока не готов. Можно через 2 минуты, пожалуйста. Через 2 минуты, хорошо. Хорошо, так же, как и ваш предшественник, через 2 минуты. Значит, кто у нас на букву М? Моаби осталось. Моаби. Так, Лукинов появился. Давайте Лукинова спросим. Раз он появился, значит, хочет ответить. Лукинов, Егор Русланович. Ответьте, пожалуйста. Егор Русланович, вы слышите? Будем считать, что он не хотел отвечать, просто случайно подсоединился. Моаби Жозефин. Моаби Жозефин. Вы здесь? Вы, по-моему, пытаетесь что-то сказать, но вас не слышно. Громче говорите и переключите с экран. Так, вас не слышно совершенно. Что-то с микрофоном у вас. Не готовы вы. Понятно. Маджали, вы уже готовы? Нет, ладно, давайте мы их пропустим. Нгондо Мелиса. Нгондо Мелиса. Нет. НТВ Марвей.
НТВ Марвей. Марвей. Нету. Попикян. У меня вот вы по списку появились. Громче. И подключайтесь. Вот так слышно? Плохо слышно. Сильнее. На микрофончик доверните. Так. Вот так, вот так, вот так вас слышно, да. Давайте экранчик ваш. Но не слышно опять. Так, пока видно, что вы переключаетесь на себя, но не переключились еще. Так, отвалились вы. Пробуем еще. Так, у вас со связи плохо что-то, нет? Но вот вы никак не можете начинаете подключаться, и голос у вас как будто из другого города. Да, чуть громче можно сделать? Усиление микрофона. Я даже не знаю, почему так это работает. И вот экран тоже не выключается, непонятно. Вылетает экран все время. Значит, не следа. Еще не... Ну давайте, ладно, все, тогда не судьба. Вот. Я вижу вас. Отлично, все. Только звук сделайте громче. Как вы сделали громче? Ну, если вы работаете с компьютером, вы умеете им пользоваться. Нет, это неправда. Неправда, да. Нет, правда. Хорошо. Вот. Я вам сейчас хочу кое-что показать. Вот здесь VPN в настройках роутера Донской. Есть вот эта строчка. Вы видите вот эту строчку? Я не вижу пока ничего. У вас так, да. Вот эта строчка. Она каждый раз при перезагрузке вылетает. Ее нужно каждый раз писать. И поэтому у тех людей вот из-за этой строчки не работало. И они не знали почему. Вот. Они просто зря потеряли баллы. А сейчас я покажу, как у меня работает. Хорошо, покажите, как у вас работает. Вот. У меня сделано достаточно давно, и я каждый раз загружаю, и у меня каждый раз работает. Ясно. Так, вот это с админом Донской я пропинговал. Иду дальше. Так, трейс. Так, давайте дальше. Угу. Следующую. Следующую лабораторную. Следующую лабораторную. Я, кажется, только этот мог защитить, и все. Это просто фантастика. 2 балла, да. Все? Спасибо. Если все, отключайтесь, пожалуйста, чтобы вы не это... Так, Маджале, Муабин, Гонго, Нтете, кто-нибудь из вас готов? Удалов. Никита Эдуардович, пожалуйста. Да, алло. Я слышу? Да, слышно, но не видно. Ну, я сдавать не собираюсь, я просто послушать решил. А, тогда отключайтесь, пожалуйста, чтобы не занимать. Извините, пожалуйста.
Так. Уточкина. Маргарита Владимировна. Уточкина отвечает? Алло? Уточкина. Шадманкулов. Шадманкулов. Отвечает, нет? Уточкина, Шадманкулов. Пожалуйста, ответьте. Так, Шадманкулов, да, подключайтесь. Вы отвечать будете? Да, давайте, слушаем вас. Дмитрий Сергеевич, можно к вам вопрос такой? Да. А у меня 49 баллов вообще в сумме. Вам 2 балла нужно набрать, да. Давайте, да. У вас есть возможность набрать 2 балла. Чудесная возможность. Или компьютером, если наберете... У меня что-то не работает, с компьютером у меня что-то не работает. Так, у нас есть вопросы, которые можно ответить просто теоретически. Вам нужно набрать по 13 и по 14. Там компьютер не нужен, вам достаточно устно ответить. Слушаю. 13-14 нам можно ничего не показывать, а просто ответить. Это будет по 1 баллу на каждый. Давайте, слушаю. Алло, алло, алло. Вы отключились? Алло. Пожалуйста, отвечайте. Тут просто ответить на 13-ю и 14-ю. Без демонстрации. Получите по баллу за каждый, если ответите. Слушаю. Просто отвечайте, и все. Звук от вас есть. Мухаммад, отвечайте. Отвечайте, отвечайте. Мухаммад, отвечайте. Ладно, все, Мухаммад не хочет отвечать. Уточкина не хочет отвечать. А Маджале будет отвечать? Маджале будет отвечать? Маджале. Да, да, да. Давайте, отвечайте, отвечайте. Слушаем вас. Да. Все. Маджале. Маджале. Вы не будете отвечать? Скажите. У меня тут маленькая проблема здесь сейчас. Значит, давайте хотя бы на 13-ю и 14-ю ответьте. Это там устно, можно без компьютера. Просто расскажите ответ на вопрос, и все. У вас есть звук. Звук вы можете
Устно отвечайте. Тринадцатый, четырнадцатый, там достаточно ответить. Ну? Сейчас. Значит, если сейчас не отвечаете, я сбрасываю вас, и вы уже не будете отвечать. Не отвечаете, да? Я все показываю. Вот, все хорошо, да. Итак, значит, какую вы отвечаете? С 13 начинайте. Давайте 13-ю отвечайте на вопрос. Да. И какой вопрос? Я не... Вопрос написан какой на вопрос. Сайте. Вопрос написан на сайте. Вы можете прочесть. Я не вижу. Не вижу это. Вы не готовились, да? Какой вопрос? Я не знаю, где это вопрос. Я не посмотрел пока. На сайте написан вопрос. На Туисе. Это, да? Я буду делать фото. Так, отвечаете? Сейчас делаю фото вопросы. Значит, нам нужен ответ на вопрос. Нам не нужен процесс. Вы задерживаете всех. У вас было достаточно времени подготовиться. Симон, пожалуйста, покажите движение пакетов из сети Миклохо-Маклая до сети Сочи. Миклохо-Маклая? До сети Сочи, до города Сочи. 42-й квартал до города Сочи. Да. Сюда, да? Да, отсюда до города Сочи. Города Сочи. Это сюда. Достаточно Trace Route показать, что у вас проходит маршрут в командной строке. Чего? Консоль откройте на командную строку, откройте на компьютере из 42-го квартала и пропингуйте, а потом сделайте Trace Route до Сочи. Какой это компьютер, это вот это? Любой на 42-м квартале, любой. Mm-hmm.
Симон, у меня большие подозрения, что вы вообще делали хоть одну лабораторную работу. Вы просто не умеете пользоваться этим инструментом. За 16 лабораторных работ можно было бы очень хорошо научиться им пользоваться. Вы абсолютно не понимаете, как с ним работать. Вы что сейчас делаете? Да, просто... Что вы сейчас делаете? Не могу поставить... Так, Симон, вы хоть на одну лабораторную работу ответ можете дать из четырех? 4 можно. 13, 14, 15, 16. Хотя бы одно ответить сможете? Покажите, да. Как VPN работает. Как VPN работает, покажите. На какой лабу? В какой лабораторной был VPN? Это номер 13 лаб. Это 13 лаб. В какой лабораторной на работе вы делали VPN? В какой лабораторной работе вы делали VPN? 16 бумаг. Покажите, как он работает. Покажите, как работает VPN. Кульпин Сергей Витальевич, вы будете отвечать или просто так подключаетесь и отключаетесь? Да, у меня просто интернет проблемы какие-то. Угу. Сейчас я отвечу. Подождите, сейчас Симон у нас завершит. Симон, я вижу, что вы ничего не знаете и ничего не можете ответить. Поэтому прошу вас, отсоединитесь, мы займемся другими студентами. Симон, отсоединитесь, пожалуйста. Сергей Витальевич, пожалуйста, отвечайте. Так, я тут. Да. Сейчас. Видно? Да. Так, сейчас я 16-ю пробую показать. Тут какие вы хотите защищать? Ну, я думаю, 16-ю сейчас, а там посмотрим, как она пойдет. Давайте, показывайте. Трейс, трейс. Пинг или трейс? Трейс. Трейс рут. Так, ну, например, так. Ну вот, это у нас прошло, получается, с Донской. Trace route я хочу увидеть. Ну откройте, да, вот. А, у вас что-то есть? Я не вижу ничего. А, нет, вы не видите? Я ничего не вижу. Сейчас я стараюсь что-нибудь сделать с этим. Так, сейчас. Вот так вот видно? Вот. Так, вот так, Trace, да. Хорошо. Вот, проходно. А вы только сейчас маленькое окошечко видите? Или... Да, вы, наверное, шарите не весь экран, а шарите так, пару. А у меня вот, да, я понимаю, да. Сейчас. Ну, у вас там есть два варианта. Зашарить весь экран и зашарить окно. Вы шарите окно, а не весь экран. Угу.
Ну вот у меня экран один, да, получается, если я расшариваю. Пока не вижу ничего. То у меня... Ну вот так, вы видите только, получается, Teams? Или все окно? Так, ну... и сейчас экран ваш вижу. Сейчас я Packet Tracer вижу, да. Все давай. Видите, да? Да? Так, ну вот у меня, получается, вот, прошло. Так. А другой какой-нибудь адрес, не 200-й, другой? Там же, не там же несколько адресов, да? Какие там адреса? Ну почему вот же? Мы же нам нужно до пиццы, правильно? До маршрутизатора пиццы, пожалуйста. Давайте попробуем что-нибудь сделать с этим. Ой, не то. До него, до маршрутизатора пиццы, пожалуйста. А вы сейчас видите мой экран? Да, я вижу вас экран. Все, не все надо его вижу. Убирать. Все вижу. Да, маршрутизатора пиццы, пожалуйста, протрейсите. Так, ну давайте посмотрим. Сейчас. Где это посмотрите? А вы не конфигурили? Вот. Что? А вы не конфигурили? Почему не конфигурил? Ну, если бы вы конфигурил, вы помните... Какие адреса? Ну, я... Не помните. Ну вот, тоже прошло все. Так, а звездочка — это плохо? Добейтесь, чтобы звездочки было. Пинг. Ну-ка, пинг до этого. Пинг сделать. До чего? До этого адреса. Хорошо. Так, из других попробуйте. Из других мест. Мест, да, из Сочи. Именно из, из Сочи, типа? Из до Сочи, Сочи или из Сочи? Из Сочи до Пизы. Окей. Из Сочи до Пизы. До маршрутизатора или до... Нет, до PC. Окей. Ну, все прошло. Хорошо. И теперь из 42-го. Тоже да, да? Да, да, да. Угу. Два тоже балла. Прошло. Угу. Ну, еще я пытаюсь объяснить, получается, какой это был вопрос. 15-й вроде. Если не ошибаюсь, там про то, что если двупортовые присоединить... Да, я слышу, да. Ну, тут получается, что изменится? У нас получается вот так вот к... Покажите в конфиге. Изменения в конфиге какие будут конкретно? Вот в конфиге я примерно представляю, что вот если у нас двупортовый будет, да, вот как здесь... Стоп. Вы не конфигурили, что ли? Почему не конфигурил? Ну, тогда вы конфиг легко поменяете, чтобы было двухпортовый вариант. Какие изменения? Конкретно в конфиге покажите, где будут изменения, чтобы был двухпортовый вариант. Ну, я так сейчас прям не... Я могу, в принципе, объяснить, как это будет работать примерно. Нет. В конфиге покажите, где будут изменения, чтобы был вариант на два порта. Не помню, как это делать. Не знаете, как. Не в конфиге, нет. Где у нас конфиг на один интерфейс? Покажите место в конфиге, где это... Конфиг. Не-не-не, конфиг. Что конфиг? Конфиг. Я не понимаю, что нужно делать. Покажите настройки маршрутизатора в городе Сочи. Как вы настраивали? Вы сами все делали? Ну да. Ну, так покажите, как вы настраивали. Вы видите полный конфигурационный файл настроек маршрутизатора.
Вы не знаете. Ноль. Давайте дальше. Что еще будете отвечать? 13 и 15. Ну, в 13 я не помню, там типа где, что, какой бланк к чему относится. Хорошо. 15. Условно 5 бланк, по-моему, к Сочи он относится. А, или 6 бланк. 15, пожалуйста, 15. Что в 15? В 15 я не помню. Я немного не понял, что вы хотите от меня в 14, типа. В 14, чтобы вы конфиг показали, как его менять. Все, ладно. Будем считать, что вы ответили. 0002. Все. Макаров Максим Сергеевич. Макаров Максим Сергеевич. Да? А вы же ответили. Зачем вы опять подключились? Да, я просто ждал, может быть, начнется раньше сдача просроченных работ. Понятно, да. Значит, так, Моаби не отвечает, Нгондо не отвечает, НТТ не отвечает. Никифорова будет отвечать? Никифорова? Здравствуйте. Да? Вы отвечаете? А подождите, пожалуйста, секунду. Нет. Зачем вы подключаетесь, если вы ничего не настроили? Чтобы в свою очередь не пропустить. Но я думала, что... Сейчас. Я могу ответить на 13, там можно без этого, без экрана, правильно? Да, давайте, да. Вопрос. Какие номера в LAN в сетях провайдера интернет? В интернете у нас 4-й номер в LAN, а в провайдере получается 4-й, 5-й, 6-й, 7-й. Ой, нет, ерунду вы говорите. И вы даже... Как соотносятся VLAN-ы в наших локальных сетях и у провайдера, и в интернете? Как они соотносятся? А, поняла. Так, ну... В провайдере у нас ап 4, 5, 6, 7 LAN, значит, мы к 42 кварталу подключаемся через, я скажу, через 5 и 7 LAN. В Сочи мы через 6 и 7 LAN подключаемся, а в интернет идем через 4 LAN. И все это в провайдере у нас, как бы он распределяет. Меня слышно было? Да, вас слышно было. Спасибо. Следующий вопрос будете отвечать? Да. 14-й тоже можно ответить без записи экрана. Да, пожалуйста, слушаю вас. Значит, у нас роутер в Сочи. Он является роутером как бы на палочке, роутер он стик. Он не имеет двупортовое соединение. У нас на него небольшая нагрузка, поэтому можно и так. Преимущество – это экономия, потому что двупортовое дороже. А у нас пользователей мало, поэтому как бы нам хватит одного борта. А если будет замена на двупортовый, то есть это в конфиге нужно сделать интерфейс, допустим. Но на интерфейс 0.1 мы загрузим 6-7 LAN, допустим, внешние. А интерфейс 0.0 будет подключен на внутреннего. А внутренний, я забыла, там вроде 401, 402. Спасибо. Попробуйте все-таки показать 15-ю, 16-ю. Так, сейчас. Алло, Ника, вы что-то очень шумно у вас. Вы меня слышите? Да, я слышал, но у вас шум, и он как будто это искры летят. Так. Хорошо.
Ника, давайте дальше. Ника, у вас что-то с микрофоном. Вот так вот, как лучше. А, вот так лучше слышно? Да, так лучше, да. Я проблема просто очень большая. Значит, Ника, ну, вот послушайте меня. А вы... на какие у вас осталось ответить? На 14, на 15-ю, 16-ю? Вам нужно там... Да, там нужно продемонстрировать экран, да. Да. И что, что в чем проблема? Почему вы не можете продемонстрировать? Ну, если вы не можете продемонстрировать, будем считать, что вы не отвечаете на эти вопросы, хорошо? Нет, сейчас я попробую продемонстрировать, просто у меня со связью проблема. Давайте, продемонстрируйте, пожалуйста. Вот так вот, я вижу ваш экран. Дайте дополнительный лук вместо любой непонятной территории. Я, у меня тут 16-я моя лабораторная. Чуть потише сделайте свой динамик. Чуть потише динамик сделайте. Так. Ну ладно, пусть будет так. Давайте. Давай дополнительный линк. Так, вас не видно. Вы зашарили, не зашарили, все, вот так вот. У вас есть дополнительный линк? Давайте 16-ю покажите просто вначале. Мы посмотрим, как у вас работает VPN, а потом перейдем к 15-й. Ну и что, я вижу, что не работает? Ну, он у меня работал лабораторно, я не понимаю, почему так. Ну, я должен вам верить. Хорошо, я вам поверил. Я вам ставлю 1 балл за то, что я вам верю, но то, что вы показать не можете. А давайте нам с 15-й. Ну, если уж не работает... Это нужно создать дополнительный линк, правильно? Что? Это нужно дополнительный линк создать. Да, или ну хотя бы... Расскажите, как вы это сделаете. Покажите, не создавая, потому что если вы не создали, то, значит, вы не подготовились. Хотя бы на балл ответьте просто. Расскажите, хорошо, как вы это будете делать. Как можно настроить линк? Сначала мы настраиваем интерфейс коммутатора. Покажите, как. А, допустим. Откройте коммутатор какой-нибудь и покажите, что вы там сделаете. Ну, мы создаем какой-то VLAN. Любой, да? Нет, допустим, вам не нужно создавать новый VLAN. У вас достаточно VLAN-ов уже. Хорошо. Через encapsulation тогда можно настроить любой маршрутизатор. Ника, да? 1 балл вам, все. Спасибо, отключайтесь.
Вот на крестик тут нажмите, да? И на окончание звонка, да. До свидания. До свидания. Так, кто у нас остался? Нгонда Мелисса будет отвечать? Нтете Марвей будет отвечать? Педро Нанка Рамира будет отвечать? Таким образом, я считаю, что сдача лабораторных работ завершена. Никто больше отвечать не собирается. А теперь мы можем приступить к приему просрочки. Значит, у нас по плану... Сергей, если никого сейчас нету, то лучше просрочку начать в то время, которое указано у нас. Да, да, я так и думаю, да. Значит, у нас... 14.30, тогда я отключаюсь, запись прекращаю, а в 14.25 я подключусь, чтобы мы стали принимать просроченные работы. Согласны? Да. Я прекращаю запись и отключаюсь. До свидания всем.